Ну, радует, что хотя бы между картами паузы очень короткие. Всем привет еще раз. LexForce, Invictus Gaming и LGD. Смотрим за DPL CDA. У нас уже, по-моему, третья неделя идет игровая. И еще впереди много китайской доты. Еще четвертая неделя там будет сыграно 7 игровых дней. И после этого мы должны перейти в плей-офф. Плей-офф. Там, конечно, должно быть жарко. Ну что, шаман от команды LGD. Сегодня мы видели одного шамана от XingQ. Герой этот залетает сегодня очень часто. Шаман. А что это за шаман такой? Почему Force Шаман резко стал популярен? По крайней мере, вот сегодня. Что это его зачистили пикать-то? Я не знаю, но поэтому региону очень сложно судить, потому что, ну, в Европе-то у нас вроде как не особо шамана часто используют, если честно. Слушай, не знаю, я как-то его редко вижу. И сегодня такой день исключения. Где-то он там у нас залетал пару раз и сказал, что... Не сказать, что был он суперэффективным при этом. Но вот здесь у нас вот второй раз за день пикают. Ну, посмотрим, выиграет он или нет. Кто на нем будет играть? FY, наверное? Шамаич FY. Пока предположительно у нас кэрри ДК. Или что у нас предположительно? Блин, пока не знаю даже. Может быть, это оффлейн ДК, соло мид Квапа и какой-то еще герой для Челиса. Просто все время хочется, наблюдая за драфтом LGD, делать поправку на то, что они приверженцы такого стиля, когда Maybe играет на каком-то супер жестком хардкэре, а Челису и Old Eleven дают таких, как бы... У них как будто, знаешь, две тройки. Вот. Прям в прямом смысле этого слова. Но они уже играли с кэрри ДК, так что мы пока предположим, что это кэрри ДК. Плюс это одна, по-моему, из наиболее популярных связок китайского региона. ДК плюс аппарат. Стан плюс этот самый... Как этот? Cold Feed, да, называют? Cold Feed. Стан плюс Cold Feed, и цель замерзает. Очень долгий стан. Вот. Ну, а Квапу, я даже не знаю, наверное, против Разора пикнули. И учитывая, что это Разор на сейфлейне, то Квапа должна, по идее, идти туда. Однако... Там будет Оракл стоять, и вот эти Shadow Strike, они не возымут какого-то, ну, толку. Ну, не будет смысла на Квапе закидывать Shadow Strike'ами Разора, потому что Оракл будет диспелить все это дело сразу же. Вот, и, может быть, стоит призадуматься и отдать Квапе центральную линию против Темпларки. Ну, посмотрим там потом по драфту. Тут у LGD Last Pick, они могут какого-то хардера придумать хорошего против Разора Оракла. Правда, вот какого ты туда хардера придумаешь, вообще непонятно. LGD сами банят Кентавра. Это хороший бан. Для таких контактных героев, как Разор Темпларка, надо, наверное, что-то такое, что может либо прыгнуть, подстанить, либо как-то ускорить. Типа Кентавра, да. А у Invictus Gaming я в бане вижу Enigma. Да. Люди Enigma часто играют. Это прям так боятся. Боятся прям Enigma. Ну да ладно. Ну да ладно. Идей, если честно, не шибко много. Лично у меня. Что тут такого можно было бы на харду пикнуть? Очевидно, вот именно хорошего, знаешь. Что там, Бестмастер есть у нас? Ну, Бестмастер есть. Может быть, Бестмастера заберут. Он просто против Разора не очень хорош, но тут вроде как... Не обязательно Разора прям уничтожать. Там можно как-то на переагре крипов играть. Он... Эмма тоже призадумался, не знает, что забанить. Забанил ПЛ, думает, что это ДК на позицию 3. Мне кажется, что это ДК кэрри. Хотя вариативность позиции у LGD суровая. И Бестмастера в итоге берут сами. Хорошо. Хорошо, да. Неплохо. Но ДК любит против Бестмастера стоять. Как мне кажется, он ему особо ничего не делает. У него много брони. Бестмастер вряд ли спушит вышку Dragon Knight'у так быстро. А вот ДК при получении 6 уровня может попробовать. Так, ну что? Если ДК кэрри и Квапа на мид, то тогда на позицию 3
Не знаю, мне почему-то ничего кроме Сент-Кинга в голову не приходит. Сент-Кинг? Может, Бэтрайдер? А Бэтрайдер есть? А, там Оракл. Ну, можно и против Оракла, на самом деле, попытаться постоять. Или Бэтрайдера отправить в топ и триплой пойти против Разора. Аппарат Шаман ДК. Seems like Gucci. Можно еще попробовать не Бэтрайдера, а что-нибудь другое тоже такое мощное против Бистмастера. Направить. Ну, там какую-нибудь, знаешь, Легионку, так, например. Но ты считаешь, что это Драгонайт Кэрри уже 100%, правильно? Я считаю, что это Драгонайт не мид, потому что он в связке с аппаратом. Вот. Не, безусловно, они могут и в мид поставить. Может, Клинкс и... какой-то? Ста. Если Клинкс, кстати, Кэрри. Норм. Клинкса можно даже на мид воткнуть, если что, против Темпларки. То, что он огненной стрелой два заряда рефракшена сразу нивелирует. Вот, и Разор Клинксу ничего не делает, ты можешь огненной вот этой, огненными скелетами его уничтожить, его команду. Клинкс нормальное решение. Но мне больше Бэтрайдер нравится. Нага в итоге. То есть решили не какого-то чизового героя против Бистмастера взять, типа там какого-то Бэтрайдера, а Нагу. Ну, смотри, это тоже одна из опций. Безусловно, что вот можно так сыграть. Просто мне показалось, что захотят Челису отдать вот какого-то такого героя более, что ли, ну как, непривычного для него. Просто LGD так чаще играют. От этого и мысли такие, что сейчас какого-то Бэтрайдера заберут. Ну только Бэтрайдер был бы не для Челиса, естественно. Челис бы на ДК играл. Вот. Но решили, что... Не, Нага Сирена это тоже это очень хороший герой, поскольку уничтожает Бистмастера на линии. Разор Наги ничего не делает. Темпларка Наги тоже, по сути, ничего не делает. У Наги очень много брони. Разор что-то может Наги предъявить только на каких-то очень больших нетворсах, когда у него уже хорошие предметы, и он вот этой вот своей пассивкой там может нормальные иллюзии разбивать. Ну и талант там тоже на 25-м у него появляется на скорость атаки. Там нормально начинает лупить. А так вот, в целом, там с нулевой по 35-ю минуту Нага максимально кайфует здесь. Также быстро закончить игру LGD, скорее всего, не смогут, поскольку нет у них возможности вот так ловко пройтись по карте. Наге надо вот все-таки будет довольно много артефактов, чтобы... Ну как много? Ну, хотя бы манта диффуз. Ну что ж, LGD ведут 1-0. Я согласен с Форсом, тут закончить навряд ли получится настолько быстро, как с этой Медузой. Драгонайт от Элевена. Разор идет пока на легкую линию, то есть для IG все складывается как нужно. Рассасин, понятно, мид. И Бистмастер стоит на базе пока. Два опс-варда у Дизраптора, один можно впихнуть. Эти вот точки, мы видели для того, чтобы Курьера потом убивал. Пока КК просто выходит в мид. Ох, попался он или нет, вопрос. Хороший вопрос, но как минимум узнает, что тут вард стоит. КК ставит в центре, находит опс. Старая добрая фишка до сих пор работает, можете использовать. Минус вард. Второй вард передается Ораклу. Дизраптор все варды в итоге отдает, которые у него были. И на рунах все спокойно. Да, 2-2. 2-2 по рунам. Шаман с ботинком со старта. Шаман 74 урона, напомню, руками. Очень неприятный саппорт почти для любой пятерки. Ну, а пятерка Оракл бежит. Сейчас будет встреча шамана с Ораклом. Сейчас тут шаман наваляет. FY. Ну, пока FY уходит, надо драться. Надо драться. Изершок. И Оле лучше отойти. Да, все прям по Т2 прячется здесь Оле. Но FY ждет. Ждет, если что, выйдет снова Оле, побьет. Оле выходит. FY никуда не ушел. Может быть, крипов еще заберет FY. FY крипов забирает. Главное тут еще и вовремя их переагрить. Переагрил и побежал с ботинком. Угу. Оракл тут ничего не сделает.
с тапочком очень удобно. Куда побежит? Будет ли блочить кемп здесь? Куда он поведет этих крипов? А кемп заблочен на маленьком спауне? Можно заблочить на большом еще. Но он не успевает заблочить, но Оракл не сможет. Ну, может, и не хотел блочить большой. Я думаю, наверное, и не хотел. Не было наверное. В этом смысла. Не знаю, главное, мне кажется, это не совсем даже нужно. Ну, то есть, для чего блочится вот этот кемп? Для того, чтобы, когда ты следующую пачку повел, враг вот этих крипов не переагрил. Ну, то есть, он может их атаковать, и твои крипы, которых враг ведет, ну, короче, я два раза, короче, переметнулся. Ну, короче, ты понял, что... Оли может сагрить этих крипов, и его пачка отпулится туда. И это, конечно же, невыгодная фая. Вот. И для этого вот этот вот кэмп стараются блокировать. Однако, ну, фаю, может быть, и не нужно будет ничего пулить больше. Да они сейчас придут на линию, там на третьих левелах будут стоять уже. Сейчас поглядим. Так, там птицы одна за одной летят у JT, но они ему не особо, конечно, могут чем-то помочь. Обычно птиц ты используешь для того, чтобы видеть вражескую пятерку, его там как-то кабанами подхарасить. Ну, а здесь просто челюсть не подпускает вообще. Пока все спокойно. Везде идет кач, качается Нага, качается Разор. Только у Разора как-то супер мало крипов, не знаю. А, ну потому что FY пачку уже убил. Точно. Забыл совсем, что там FY выпуливал. Это как раз вот Нетворс очень сильно снижает. Нетворс крипстат очень сильно снижает у вражеского кэри на первых порах. Мэйби по крипочкам тоже держится, но ресурсы у него очень низкие. Эмма тут его псиблейдами прохарасил довольно серьезно. Как-то вот ребята, наверное, не подумали, да, что увидели, ну, как бы пик Разора, сразу взяли квапу, решили, видимо, что Разор на мид. А что делать, если вдруг Разор не на мид? И что тогда делать квапе? Что там квапу могут вот так вот немножечко подзакрыть. Надо мэйби срочно таскать фласки. Первый вот он уже юзает. Манго прожимает еще. Главное, чтобы не сбили все это дело. Ну, а ему может пойти лесок покачать при желании. О, минус вардик, хорошо. Лучше поздно, чем никогда. А забавно, это хороводы крипов, это фая, бегает там Оракл. Но спаун блочит сам Драгонайт, похоже. Даст он здесь крипам появиться, должен подойти. 11. Не, не блочит. Странно, странно. Мог изи заблочить, но в итоге оставляет эту идею. ТД руна для Queen of Pain. При этом никакой битвы не было, да? Видимо, была идея, кто заберет, тот и заберет. Темплар Ассасин контролировала снизу, но не повезло. Не повезло, там руна не появилась, темпларка уходит пока пофармить лесочек. FY связывают, подходит Razer, будет плазма. Thunderstrike висит. Плазма, ну, может быть, и будет, но в итоге ждет, ждет до конца Flyfly, дожидается момента, убивает FY. Eleven отсюда. Ой, да ладно, не уходит Eleven. Glimpse первый, но успевает дотянуться КК. И Eleven здесь умрет. Кроме этого, еще и КК законтролит баунти руны. При этом, похоже, все Queen of Pain может прыгнуть сейчас быстренько, но Somnus решил добить тут двух крипов. И остается без баунтируны команда. Хорошо, на топе пока вот эта вот комбинация Разора против Dragon Knight работает. Dragon Knight... Плохо все, мягко сказать. Знаете, надо другие слова подбирать, которые можно в эфире допустить. 9 крипов, уровень 3. У Разора 5 уровень и 18 крипов, 11 денаев. Может быть, Eleven остановится, надо будет смотреть дальше. Как ты на ДК против Разора стоять будешь? Ну как, берешь стан, качаешь и тык-тык станом его, берешь и его тыкаешь.
Ладно, если без шуток, конечно, никак не будешь стоять. Но там радует только то, что у Наги все супер круто. Она абсолютно при фарме, и Бистмастер ей ничего не способен сделать. Вот за счет Наги и хорошего фарма от этого героя можно попытаться будет и толкнуться. Правда, Нага привыкла немного иначе играть. Она привыкла, что у нее у тиммейта все плюс-минус среднее, да, там, или там хорошо, а она как бы лисочек покачает там 15-17 минут, а потом только выйдет и будет что-то делать полезное. Вот, но здесь у ДК все супер плохо. У Квапы чуть похуже, чем у Ташки. Плюс у нее не только меньше крипов, да, она еще больше себе всяких фласок таскала и прочего. Сейчас Эмма очень жестко пробил под рефракшеном. Maybe ему снова нужно будет какую-то фласку нести. Здесь их снова вместе с FY'ем в смоуках. Интересный, кстати, билд у шамана, ты видишь, да? Некра. Некра. Ну ладно, Некрам, знаешь, уже не удивляешься вообще ни на каком герое. Это что-то Паришина с Некрами видел. Ну, максимальный пуш от шамана намечается. Надо только уровень где-то ему найти. Ох, как там Thunderstrike по трай пролетел. Ну, наверное, по-другому там было не убить. Прилетел Разор, и ДК да тут какой такой... Какой не убить, Форс? Там без него справлялись, по-моему, без проблем. Думаю. Разве нет? Я не уверен. Там... Не знаю. Ну, а он прыгнул, дал первый скрим. Это много по урону? Скрим и тычку. Вау. Ну, а там, я не знаю, да прилетали... Нет, да, там у шамана ну, тычка ладно, такая. Ладно, ладно, не-не-не, он просто прыгнул, застилил там, фраг типа, и умер. Там типа фейрик есть, а там фейрик прожал, побежал бы, там рефракшн активировал бы еще. Ну, типа, блин, не знаю, может, и не получилось бы. Я не был бы так уверен. Я не видел все ситуации детально. Я там в самый последний момент переключился на этот враг. Что там по КД рефракшену, что там по фейрику, ну, типа я вот, например, вообще не был бы уверен, будь я на месте Maybe. Может и действительно ошибся. Тут в другом прикол. Прикол в том, что Разор сместился с топа, и ДК тут как бы сразу, опа, уже левел 6, опа, уже как бы и крипчики какие-то. Тут Солрин сейчас подъедет, или что он там транкилы делает, я что-то не... А, не, он как раз наоборот. Виндлейс, видимо, на барабаны оставляет, а колечко то ли на худ, то он сейчас все тащит. В курьере. Стики Грейжины тащит. Ну ладно. Либо он потом транкилы соберет, не знаю. Ну, в общем, Old Eleven что-то выдумал здесь такое прикольное. Посмотрим. Что там будет дальше. Седьмой уровень челлес у JT тоже почти седьмой. И почти... Я так понимаю, доминатор, Разор приходит в бот, челес, есть ульт. Вот это я понимаю, Нага Сирена на восьмом уровне качать ульт. Да, ну а что тебе этот рептайт? Вот что он тебе, неужели ты нереально быстрее начнешь лес качать? Да, ты ж можешь спасти себя вот так вот. Тем более, на ранней стадии игры ты же вообще фактически не вступаешь в какие-то тимфайты. Так и зачем тебе этот сон? Ну то есть как бы ты его прожал вот так вот один раз, засейвился и у него пошел кулдаун. По-моему, классно. В общем, мне кажется, решение Челеса супер крутое. То, что он сейчас не умер, а стянул на себя героев, улетел, продолжает фармить и дал пространство для своей команды в топе там поиграть немножко. Выпадают нейтральные предметы. Продолжают, точнее, выпадать. Тут у нас уже 9-я минута. До этого к вапе выпадала веточка. Вот эта вот золотая. Деревце, точнее. Iron Wood 3. Ну и брошка. Для Наги. Вот вроде как Наги веточка приятней, но с брошкой она супер быстро перемещается. Может легко компы профармливать. Может быть, даже не будут свапаться с квапой. Так, ну что, Эмма, дофармливает свой дозолятор, по всей видимости. 1200 денег у него, пока надо сидеть в лесу. Геймплей там простой, темпларки, пока не дозолятор, либо блинкдаггер. Это вообще на карте особо не показываешься. Изредка выходишь только. Да, верный фраг есть. Минов Пейн появляется Sonic Wave. 10-я минута по аутпостам и какой драмы. Все игроки получают опыт, никаких не было драк. Желешка для Наги еще выпадает. Приятненько. Ну и Драгонайт. Не все так плохо. Правду говоря, не все так плохо, как могло показаться минут 5-6 назад. Да, он худший среди всех коров. Но ничего страшного, разница между с Бисмастером не такая уж и большая. Отыгрывается это все. По-моему, сейчас главный момент, что фармит Нага. Вот, то, что у Чалиса есть деньги, это ключевой момент, почему под контролем.
с Раптор уровень 6. Он бы не прочь из какой-то смоук нажать с кем-то, выйти под Static Storm разыграть. Убийство. В данный момент LGD в полном составе на центре, не считая Наги. Ну, понятно, Наги здесь часто не будет. И есть форма. Можно будет форму реализовать. Пока, правда, Драгонайт почему-то отходит в лес, улетает вниз. Будут атаковать GT, видимо. Ну, как-то странно все получается. Явно бы Драгонайт на миде под катапульту бы, если форму нажал, было бы приятно. LOM принимает другое решение, что ж, лучше он знает. Он прилетел, забрал брошку, и все же Наги передали железное дерево, Queen of Pain с Arcane Ring. Ну да, как Arcane Ring выпал, то Квапа захотела слоты поменять. LOM получает рор, на этом все заканчивается. Хотя, возможно, только начинается. Резор дал ТП. И LOM, кабан замедляет, Poison есть, но этого недостаточно. Чилис, красавчик. Единственная проблема, что Сирюни не слипа, чтобы самому уйти. И он не уйдет, похоже. Телепорт. Если чем сбить, подходит Оракл. О, не успел, не успел. И нужный герой здесь Дизраптор. Был бы на 4-й глимс, он бы дотянулся, но был третий. Там разница большая. 400 единиц. Кастрэнджа, это очень много. Это очень много, да. Ну, пока ситуация LGD вроде как под контролем. Парад фармит топ. Сейчас может навлечь на себя несчастье достаточно крупное, если будет слишком долго здесь стоять. Invictus Gaming в боте находится. Тут качаются сами. Что там по эншентам? Эншенты зафармлены. ДК здесь. Хочет купить блинк следующим слотом. Eleven прячется в лес. Убеждается, что здесь никого, кроме Бестмастера, нет. И вот тогда уже выходит и начинает потихонечку крипчиков ломать. Ну, пока у меня предположение, что Нага дофармит Манту Диффуз, выйдет и всех убьет. Согласен. Вот такие у меня примерно ощущения от игры. Если Invictus Gaming не предпримут что-то вот в ближайшие минут 7, так и будет. Я думаю. Пульт аппарата летит. Так, чисто отспамится, понятно. Даже не напугает игроков IG. Шугнуть. Да. Все правильно. Драгонайт пока пофармит низ. Правда, попинговали сейчас на него. Бестмастер говорит, парни, может быть, выйдем убьем, если он пойдет дальше. Он сейчас может занаглеть, скорее всего, в ожидании там лесного кемпа. Ой, вот это жадность, зафармлю сатирчика. ТП еще можно. Уже нельзя. Все. Уже нельзя, придется, да, бежать. Климс. А сейчас ТП. Я что-то не понимаю, форсаж, нет? Если он еще выживет, это... Ну, некуда тут. Но, не, реально мог бы выжить. Он реально выживал. Что самое забавное. Там же нет больше ничего. Ну да, я и думаю, может, он что-то не мог нажать. Да нет, мог. Все, мог. Развара нет Юла там какого-то. Кто себе... Ну ладно, умер. Нага продолжает фармить. Темплар Ассасин держится с Нагой по нетворсу на уровне. Летит Дезолятор. И вот сейчас должна начинаться жара от команды IG. Должны они сейчас бегать всю карту убивать. Оракл с ультимейтом, если что, будут защищать своего мидера. Либо кэри. А Оракл еще и с фласочка такой одной. На всякий случай. На ультимейт вдруг пригодится. Слушай, а Нага-то это два забрала. Мы тут пока болтаем. Смотрели снизу на этот мемный момент. А Нага взяла и башню-то спушила. Т2 на 15-й минуте. Это без шамана. Шаман тут с некрами фармит лесочек. Тоже. Ну, Некра это, представьте, что можно было купить линзу F5 уже сейчас. Покуплена Некра. Да, скорее всего. Ну, линза чуть труднее собирается, но там по общей ценности примерно близкие вещи. Убили Сомнуса. Queen of Pain. Рашит Аганим. Но тут Queen of Pain тяжело, да. Бестмастер дает рор, за рор тут убивать. Сейчас Бестмастер еще Некра прикупит, так он в этот момент один это делает. IG все делают идеально, вот как по книге, что первая карта, что вторая, так вот раз от IG. Сделали хороший пиков, Депларка до этого взяла Дезолятор, пошли забрали Рошана. Все, Аегис есть. Сейчас, конечно, будут продолжать давить. Чилис должен не просто фармить крипов, но и, конечно, постоянно толкать линии, чтобы не могли IG в какой-то момент брать и заходить там на Т2 уже. Пока строение Invictus Gaming очень мало, забрали всего 2 за... 15 минут. Так, ну Бестмастер уже первый некро готовы. В ожидании третьих. Там, да. Третий будет резать всех, кроме Наги. Нага Манта.
куплена. Снизу пингуют на Dragon Knight. Dragon Knight, уровень 9. В этот раз есть у него снова телепорт, но глимсовать Eleven не будет. Сюда, правда, Oracle подходит. Eleven пытается кинетика выбежать. Thunderstrike заканчивается. Eleven остается только бежать. Static Link высасывает много урона. Ну, кака... Ну, тут ТП уже не нажмешь. Ну, тут уже, да. Таких опций, как раньше, у него нет. Я думаю, даже без Oracle бы просто слишком много урона. Ну вот, прошло всего лишь 3 минуты, а как много хорошего успели Invictus Gaming. Убили Квапу, забрали Рошана, убили дважды ДК. Ну, вот так вот, собственно, и надо. Потому что если бы они АПК были бы на карте долгое время, то игра могла бы очень быстро закончиться. Но это не значит, что они уже победили, потому что Нага по-прежнему в игре. Айсбласт сразу Орака попал, удар Челентачи, Оракл вынужден ультануть на всякий случай. Слип он пытается отхилить, но он не хилит. Там просто здоровье осталось у Разора само по себе. Ага, интересно, да. Интересная механика, действительно. В итоге Оракл умер. Дизраптор в опасности. Пошел Рор. Наги больно. Нагу нужно сейвить связка на Темпларку. Темпларку, так слушай, тут сейчас может игра закончиться. На самом деле, то, что происходит для IG, это катастрофа. Они не должны сейчас так проигрывать драку. Еле живой Разор. Флайфлай уходит. Удар по FY. FY дает хекс. Появляется связка. Сейчас будут вязать все это под кулфит. Минус Темпларка. Минус Аигис. Убили та. Еле ушел Флайфлай. И по экономике, я смотрю, ничего не поменяло, что интересно. Но важный момент, что вот так вот LGD повоевали. Это еще Нага, да, которая не раскрылась на 100%. Это Queen of Pain, которая еще без аганима. Вышку Invictus Gaming не забрали. Вот мне интересно, а то, что Разор выжил, а значит ли это, что Oracle мог в него вообще не ультовать? Да. Ну, то есть, ну, он же его не хилил, правильно? Ну, если бы он не ультанул, нем... Разор бы просто, ну, умер. Логично же, нет? От ульты аппарата бы он умер? Ну, конечно. Так а почему он тогда после того, как False Promise закончился, не умер? Ну, Ice Blast-то перестал же действовать, правильно? После действия False Promise. А, в этом смысле. Слушай, ну вообще, наверное, да, ты прав. Тогда. Конечно, конечно. Просто так, если бы... Ну, то есть, а если бы на нем Ice Pass висел... Вот, не Ice Pass, а Ice Blast висел, то он, получается... Да, умер. Если бы он закинул, например, там, под середину ультимейта Oracle, то я думаю, да, Ice Blast бы оставался бы тикать. Ну, интересная и механика, слушай, такой, такая, да, вроде очевидная, но как-то я никогда так, такое, а чё, не подмечал. Чего, под ультом аппарата человек не хилится. Ты кидаешь ультимейт Оракла, ну, ты можешь сколько угодно ему спылы кидать, но хила нет. Почему против Оракла хочется взять вот таких героев, как аппарат, или какой-нибудь там Некрофос, или там Весель купить? Потому что в ультимейте Оракла ты получаешь хил x2. Ну, как бы, простой ты хил уже довольно выгодно нерфить, да, и нивелировать. А хил x2, ну уж как бы тут, извините, тут как бы сам бог велел ультом аппарата попасть и не дать сопернику хилиться, тем более в двукратном размере. Вот. Так что да, и снова тут он может своим ультимейтом очень сильно подгадить игрокам Invictus Gaming, если хорошо попадет им. Шамаич попался, телепорт, 3 секунды кдшится, вот мог бы, так там Юл. Ладно. Не, все, уже не получится. Здесь такая схема с Разором. Это только один раз было, все, теперь уже нет смысла говорить, да, Разор с Юлом. Очень быстро, но есть возможность сбить телепорты. 5-9, преимущество долгое время не меняется, около 2000 оно за командой Invictus Gaming. Нага дофармливает диффуза, вот этот самый минимум. Если у Темпларки это изолятор Блинк, то у Наги это манта и диффуза. Чуть подороже предмета, но вот после этого Нага раскрывается на 100%. В рамках мидгейма, конечно. Смастер аккуратненько толкает линию Некрами. То есть Волк с Доминатора. И все под аурой, очень быстро можно пушить, но глиф. И придется пока с пушем повременить. Так, ну что ж, еще немножко. Еще чуть-чуть, и аганим будет у Сомнуса. Увеличение урона, уменьшение кулдауна. Сказка. И Линкисфера, да, Линкисфера. Есть талант у Queen of Pain 25, но был бы на 6 статсменом показал, думаю, настолько маленький процент, когда на 25 уровне берет талант на вот эту Линкисферу встроенную, когда рядом есть талант на скрим, который дает эффект страха, настолько талант сильнее. Поэтому придется задуматься о Линкисфере. Хотя пока Сомнус еще думает, что ему взять Линку или Шеву, будем смотреть дальше. Скан был. Бесмастер улетает. Хорошо сработано. В итоге команда Invictus Gaming выживет. Никто не умрет.
Забавно видеть, как Нага две сетки кидает. Там на крипа с доминатора накинула сначала вот эту вот неуклюжую клюмзинет. Или как правильно, клюмзинет вроде неуклюжий. А потом свою. Ну, за это аппарата отдали. По денежкам, я так понимаю, примерно одинаково. Должно быть как за крипа. 200 золота. Безобидный там аппарат. Какие-то, ассисты какие-то там, копейки, там по 30 голды там каждому еще сверху на чай. На треть телепорта. Вот, ну тут за крипа, конечно, учитывая, что это для Наги деньги. Но за Т2 LGD хотят драться. Они не хотят пушить сами дальше. Активирован глиф. Глиф остается у команды IG. А Шамайч телепорт кинул варды. Но он забайтил на телепорт, и, возможно, на топе хотели кого-то подловить, но на топе все очень аккуратно IG убегают. Это было бы идеально. Сейчас кинуть варды здесь и бежать под ультимейтом Наги, там ловить героев. То есть они бы там подрались хорошо, скорее всего, и при этом в боте вышка очень сильно просела бы. Вряд ли бы она погибла. Вряд ли она была бы разрушена, точнее. Вот, но ее можно было хорошо накоцать. А если бы кого-то еще поймали на телепортации, то есть там кто-то бы порталился или успел, например, телепортироваться, люди могли бы очень круто подраться. Нажали смоук, птица это не успела заметить. Maybe видит Аркейн руну, заберет ее сейчас, и Биз должен помигать. Типа, парни, тут кто-то забрал руну. Кто-то в смоуке. И сразу в позицию встали. Что дальше-то делать с этой инфой? Команда LGD сером пойдет, я думаю, если что, пойдет на Т2. Темпларка сейчас тут такой момент, когда немножко не хватает дубла кингбара. Ну вот, наконец-то деньги накапали, энджеты зафармлены. Захват ванпоста. Все, смоук закончен. Нага уходит фармить дальше, на нижнюю линию в этот раз. У Разора также блокинг-бар будет. Ну, слушайте, мощно-мощно. Два блокинг-бара у двух коров. Сейчас могут игроки Invictus Gaming очень хорошо драку провести. Ах, нужен Queen of Pain еще уровень 18. Вот прям в идеале, с другой стороны, Queen of Pain так уровень на месте. 16 уровень имеется, что не так плохо. У Наги, например, 15. Разбежались. По карте LGD возвращаются на свою часть карты, продолжают здесь фармить. Что Париж пытается хотя бы ГОСТ вынести, а то прям совсем у него денежек нет. Шамана линза почти. И что, еще один смок? Больше смоков пока нет. Может, там курьер везет? Нет никаких смоков. Зато есть смок от команды IG. Как я уже сказал, два блокинг-бара, бисмастер, третий некра, рор и... Через урон можно любого убивать. По правде говоря, любого убьют они. Даже Нагу, я думаю, справиться убьют. Но LGD в хорошей позиции. Единственное, там на ловушке бегает Драгонайт, бегает аппарат. Ловушку-то находит, ловушка взрывается. Рашан появился. И LGD должны понимать. Вот так вот. LGD должны понимать, но они не успевают. Я прям чувствую, что они никак не успеют. Там уже Vision много расставлено у Invictus Gaming. Там еще глимпсовать будут. Пойдут форсить, наверное, хайграунд как-то под варды. Надо тогда быстрее идти. Крипы подходят, змеечки есть. Ну тут ТПшки будут, как бы. Ну, понятно, но хоть немножко. Максимум сделать из этой ситуации. Забрать Т3 это было вообще сказка. Учитывая, что отдали ребята Рошана. Ага, Sonic Wave принимает Дизраптора очень быстро. Дизраптор. Статик Шторм на Драгон Найта. Фейтсайдик на Дизраптора. Врывается Темплар Ассасин, нажимает БКБ вот так вот со старта. Слип от Наги, но Темпларки наплевать. Икс снова. Удар один, удар второй. И нужно отсюда улетать. Нага улетает. И отдали Драгон Найта, отдали саппорт. Это три башни остаются на 250 хп. Ну, наверное, не так плохо. Для LGD я имею в виду. Ну, пока у них качается Нага, это не так плохо, но Invictus Gaming смело шагают в лейт в нормальном темпе. А Нага-то без ТП, Нага-то без сона, и сна, и могут сейчас ее зацепить. Под варотом пробежался Челис, его отсюда не отпустят, все. Тут уже никак не уйти. Но она идет быстрая, погоди. Я бы... А, Глимс. Там, если бы иллюзии были, можно было бы как-то сыграть. И заявить Глимс. При том, что Mirror Image это очень легко делать. Ну, легче, чем манты. Ну, конечно.
Пеленагу. Вот, вот это уже хорошо. Это уже хорошо. Можно сейчас забрать Т2. Крипы подойдут. Т2, может быть, и на миде, и на топе. Хорошо, можно и так сделать. О, Queen of Pain. Там, правда, смотрите, линия вообще не отпушилась. Queen of Pain с катапультой. Может быть, это не лучший пушер, но Sonic Wave, крипов больше нет. Работает катапульта. Как бы там телепорты отменить, но... Самое главное, что просто стягивает противника. Квапа хорошо пушит, она, у нее неплохая скорость атаки, у нее хороший дэмэдж, и при этом она как бы с блинком, то есть ее так прям просто не поймаешь. Это не какой-нибудь там Shadow Shaman, который там пришел, варды кинул и начинает долбить, а у него больше ничего нет, и ты просто телепортируешься и убиваешь его. Квапу убить сложно. На сплитпуш как-то поймать. Расставил Эмма побольше ловушек на всякий случай, если там дальше будут по этой линии давить. LGD можно будет крипов взорвать. Как вариант. На топе Ice Blast. От аппарата залетает в Разора. Врыв на Разора. Пошел стан. Sonic Wave. И Разор не успевает среагировать. Даже Oracle не успевает никак помочь. В итоге Disruptor получает защиту от саппорта. Интересное решение. Ну ладно, тут Oracle... Либо дал бы в саппорта, либо вообще никого бы не дал, его убили бы. Правда, там погоня за... О, Бисмастер, ночь на дворе, но Eleven чувствует запах JT, но немножко не туда идет. И Бисмастер чудом уходит. Темплар Ассасин, иллюзии находит. Эмо, эмо. Но если сейчас он сейчас станет, он дважды умирает. ТП. Полетел, полетел. Ну, больно, конечно. Если вот так вот фокусят Темплар Ассасин, одна нага, Queen of Pain там аккуратненько бьет, а очень больно. Опять-таки, не забываем, что Соник сквозь БКБ бьет. В следующий раз рискует не улететь Темпларка. Когда появится, например, Скади, будет урона уже побольше, да, и Соник у Квапы будет. Не в кулдауне, тогда можно будет даже попытаться под блокинг-баром убить Ташку. И вот Скади тоже, кстати, хороший ли это выбор в такой ситуации? Не лучше ли бабочка бы была? Понятно, что хочется танковости какой-то, но бабочка же тоже много танковости дает. Против физического урона, которого у Invictus Gaming именно большинство. Иллюзии станет намного тяжелее уничтожать, дэмэджа будет больше. Второй раз мы видим вот это скади от иллюзиониста. И ПЛ оно фактически, мне кажется, игры стоило. На первой карте у нас сегодня. Первого матча. Посмотрим, не ошибется ли Челес с выбором такого предмета. Ну, не так много контроля тут на нагу. Там столько было контроля. Здесь на нагу контроль в виде только что Рора, такой опасный прям. ПКБ от Эмо. И Слип. Статик Шторм. Статик Шторм есть еще неплохой контроль. Нага пытается просто драться до конца. Проходит Queen of Pain. Sonic Wave нет. Нага умирает, но закрывает Темпларку. Нага без байбека, можно было бы выкупиться, прийти в игру, не придет. Выбивает Аегис, погибает Бисмастер, и Оракл уже ультимейт нажал на себя, к сожалению. Блинкаут от Эма, будет ли погоня, Левен блин в кулдауне, Сомнус врывается скрим в никуда. Выживает, а, выкупается Диз, телепорт от Разора, команде LGD по-хорошему нужно давить педали. Mm-hmm. Позиция, а ты сейчас тут, ну кто-то умрет точно, кто-то умрет тут уже... Ой-ой-ой-ой-ой, но там есть Sonic Wave, нужен Sonic Wave, полетел по всей команде IG, которая была в этой точке. Принимает FY, Эмо нажимает Refraction, был Юл, но не поздно ли. Эмо, ну, тут да, должны видеть Эмо, Эмо воюет до последнего. Жесть. Снова Шамаич душит, карту я смотрю, вот этот шаман со связки с Хексом находит момент и ломает драку для команды. Да. В этот раз команда IG. Это все без наги. Ну и не стоит, конечно же... сбрасывать со счетов Maybe, который великолепный Sonic Wave выдал в последнем тимфайте вот в этом. Очень хорошо попал. Ну что, спушат Т2 или там Бистмастер? Ну, Бистмастер, по идее, не должен сильно помешать. У ДК пока нет формы. Но, видимо, и без формы справится с этой вышкой. Квапа прыгает вперед, просто крипочков забирает. Следующим артефактом хочет купить Линкин Сферу. Типает. Оракла. Репер кит выпадает без ту. Пожалуй, хороший предмет. Не знаю, репер кит, по-моему, вот ты всегда радуешься этому артефакту. Потому что, когда он выпадает, ты с одной стороны играешь от обороны, да, и репер кит тебе, ну, очень хорош, потому что ты можешь потянуть время и подождать вдруг твой кэрри
все-таки нафармит хоть что-нибудь, и ты как-нибудь подерешься. Или если ты играешь, например, в атаке, то, ну вот, 27-я минута, да? А там 27-я, и потом 37-я, правильно? Да. То есть 10 минут. Вот 10 минут у тебя будут лежать вот эти всякие арбы, какие-то вот квики нинчарм, особенно если у тебя остальные предметы, знаешь, не очень хорошие выпали для твоего драфта, то ты понимаешь, что этот репэр-кит, он же тебе и на 60-й минуте может пригодиться. Вот представь себе, а вдруг игра затянется? А вдруг ты ошибешься? Вдруг вы будете играть там мега-крипы на мега-крипов, и тогда этот репэр-кит, он может сослужить тебе добрую службу, поскольку, ну, это расходуемый предмет, который, ну, ты всегда можешь применить. Тут начинается драка. Закрывает Queen of Pain, но нужно что-то еще. Врывается Templar Assassin. Сон, но наверное, там Шива, там Бладмейл. Попробуй Сомнуса вообще убей. Глимсует назад, Бладмейл остается. Сомнуса все же убивают. Байбека у Queen of Pain нет. Подходит наконец-то в драку Нага Сирена. Playfly всасывается в Драгонайт. Но вот Нага зато сейчас будет с фул уроном. Templar Assassin уже боится врываться. Страшновато вот так вот прыгать. БКБ-то потрачено. Юл от Разора. Разора готовы продавать. Не вижу, как его могут задефать. Интересно, что игроки IG еще остаются в этой позиции в ожидании чего-то. Но надо уходить. Но в Пейн убили быстро. Ну, тут... Да, тяжело без Блокинг Бара. Дизраптор тебе просто принимает. Даже Аганим ему не нужен, чтобы тебя принять и убить. Mm-hmm. Так Нага, мне кажется, была далековато. Если бы она сон нажала, там кроме Темпларки в БКБ никто бы не бил. Сирену. И, наверное... Ой, не Сирену, боже, а эту Квапу. И, Квапу, наверное, Квапа бы выбила. Ну и Глипса бы не было, потому что бы просто ну, да, Дизраптор да, спал. Mm-hmm. Автор не спал. Байбеки за байбеками IG теряют для того, чтобы драки продолжать. И то убили Квапу. Квапа. Байбеки денежки появились, но уже и не нужно выкупаться. Эмо. Эмо опасно успевает. Чуть-чуть. Ох, это было на грани. Оракл был с ультимейтом. Ладно, выжил бы. Эмо. Блинкдаггер Оракла есть. Если что, прискакал бы. Кулдаун редакшн. Мог бы там ДК. Какой-нибудь ульт аппарата влететь. Не расцениваешь такую ситуацию? Ну, да, да. Ладно, что-то, ну, риск был, по-моему, неоправданный, скажем так. Была вероятность подстанить у ДК, просто чуть-чуть не Челис, а Old Eleven не среагировал. Все еще хочется по старинке в качестве хардлейнера у LGD назвать Челис. Блин, а там вот вообще бывало такое где-то еще, чтобы вот именно в именитых каких-то топовых командах, чтобы тройка меняла позицию на кэри? Ну, Рамзес, наверное. А обычно... Там, наоборот, с кэри на тройку. Обычно, да. Перейти с первой позиции на тройку — это понижение. Много игроков. И Паша играл в какой-то момент на кэри давным-давно. Не, слушай, Рамзес. Значит, было, да. Да не, а что в смысле понижение? Понижение позиции только, как ну, факт. Не, ну, если по позициям расценивать, то первая позиция... Ну, я не помню случаев, чтобы с третьей на первую позицию переходили. Вот это спросил. С третьей на первую позицию. Да, с первой на третью. Наоборот, очень часто с первой на третью. А вот как Челис, их истории намного меньше есть. Рошан падает. Рефрешер тут. Рефрешер. Ну, с одной стороны, дабл змейки, с другой стороны, два Sonic Wave тоже звучит мощно. Это 1200 урона. Мне кажется, по области. Две пачки змеек, мне кажется, это бодрее. Кстати, к шторм уже пошел, залетает айсбласт. В этот раз Эншот Парижин имеет гост. Торк, ультимейт на Templar Assassin. Sonic Wave попадает по двум героям. Для кого все достанется? Ой-ой-ой, там Разор подобрал что-то. Но главное, что Нага с Аегисом. Нагу убить не получится. Выходит Queen of Pain. Queen of Pain с Sonic Wave. Все ясно. Второй Sonic Wave. Был рефреш активирован. Сыр достается также к вапе. И команда Invictus Gaming сдается. И понимаю, что все. Ну, нельзя с этой Нагой уже бороться. Разор Кэрри не может ничего Наги сделать. Вообще ничего. Одной темпарки недостаточно. Он мог бы ей что-то сделать минут через 30, может быть. Когда у него еще больше слотов бы появилось. Но пока у него там Юл, БКБшка, да, и... Что-то там у него еще было. Юл, БКБшка. А, погоди, да, у него даже БКБшка. Да ничего у нее не было. БКБшки не было. Юл, БКБшка, хут у Разора. Все. А, не, погоди. Тут просто забаговалось. Это... Ну, у Flyfly 3 предмета. И 2 предмета стоят 2000. Ну, Юл, БКБ. Гиперстол 2000, хут 2000, Юл 2000 и БКБ. Я изначально открыл, как бы, вот эту статистику послеигровую. У него там Юл и этот, как его, и Hood of Defiance. Mm. Не-не-не, вот, ну, то это там что-то багануло, но не еще. То есть ему тут еще нужна была бы кераса, может быть, какая-то МКБшка и бабочка самому, и 25-й уровень, и он нормально бы с Нагой боролся. То есть то, что Нага супер сильна в лейте, это никто не спорит, но Разор в лейте тоже очень сильный.
Вот. Темпларка тоже могла... Ну, то есть, как бы при стремлении этой игры куда-то там в бесконечность, к 70-й, там, к 90-й минуте, у Invictus Gaming было бы намного больше шансов. И Дизраптор какой-то потенциальный с Аганимом, да, и Разор на артефактах мог бы бороться. И какие-то хиксы там появлялись бы. У Invictus Gaming, например, есть Oracle, который может ультом засейвить от хикса или от Абиссала. А у LGZ, ну, у них как бы никого нет, кто может от хикса или Абиссала засейвить, только если Нага там ультанет и заснут саппорты, и там КБшки кто-то не активирует. Вот. Короче, у Invictus Gaming все могло бы получиться, если бы они чуть лучше дрались вот в мид-гейме, в раннем лейте где-то. Но LGD очень четко понимают тайминги силы своих героев и успешно их реализовывают. Собственно, побеждают на второй карте. Чуть дольше эта игра шла, но все равно LGD оказались сильнее. Ну что, Форсаж, я тебя поздравляю. Зрители, на сегодня китайская дота завершена. Дальше Dota Pit. Уже прямо сейчас на канале Dota 2 Rohab 2 идет матч команды Alliance и Викинги. Поэтому переходите туда. Сегодня будет играть команда ВП. Чуть позже будет играть и команда Спирит. Завтра, Форс, это я расскажу тебе. Мог и не в эфире делать, но сделаю в эфире. Завтра начинается Epic Prime League. И завтра, Форсаж, у нас супер игры СНГ команд. ВП Prodigy Spirit, Virtus.pro Fly to Moon. Начиная в 2 часа по Москве. Вау! Так что приходите, мы ждем с аналитикой, с рофлами и с... чем угодно, что хотите, все на трансляции будет. Так что завтра вас ждем с Форсажем. Обязательно заглядывайте в 2 часа по Москве. Все, Форс, хорошего тебе дня, хорошего дня и нашим зрителям. И вам. До свидания. Всем пока. Пока.